Ребят, всем привет, с вами Клантайка, и у нас сегодня будет оценка ваших скинов в Роблоксе. Давно мы ее что-то не делали, каждый раз это говорю, и каждый раз реально я давно ее что-то не делал. Учищать я ее, честно, не буду, каких-то изменений мы сегодня не принесем, и давайте уже перейдем непосредственно к нашей оценочке. Я сегодня чуть-чуть немножко почитал комментарии, и вот Азаза, я, честно, уже... Пытался найти его донат, но что-то я не нашел, но раз он говорит, что он за донат, значит, так оно и было, только я не могу его скопировать. Давайте так скопируем. В общем, через его профиль давайте найдем его тут, в Players. В Players. И оценочку сделаем. Вот он, его классный скин, да? Один из лучших скинов в Роблоксе. Я лучше, ребят, не видел никого. Нет, это Заза. Это Заза. Нам не надо Азаза, да? Азаза. Я неправильно скопировал, наверное, да? Вот, Азаза 0711. Есть такой человечек. Вот такой у нас с книжечкой робот или с кассетой VHS. А, в общем, какой-то такой. Так, у него робот. У него робот стиль. Да, у него и робот совместный со стильной. Ну, со стильной. То есть 2 по... 80, ну, робот точно 80, а этот сколько стоит? Напоминаю, что я не веду подсчет, да, по 80 робоксов, не веду подсчет, сколько что стоит. Единственное, ради интереса, посмотрим, что это, сколько стоит, и все. Так, я хотел посмотреть повязка с лицом. Очень офигительно смотрится, почему? Потому что бесплатное лицо и повязка за какую-то определенную сумму. Давайте посмотрим, сколько она стоит, если кому-то, чтобы интересно было, то мало ли... Кто-то хочет ее купить. Она стоит 40 робоксов. Это вообще копейки, на самом деле, для робокса. Это очень мало. Волосы, по-моему, 5 или 3 робокса стоят. 5, да, 5 робоксов. Это 2 робокса такие же, только красные. Волосы тоже копеечные волосы. И вот такая вот Gucci Gang костюм. Ну, это понятно. По, опять же, как... Через его же группу было сделано по 1000 робоксов. На самом деле это по 5 робоксов они стоят. Даже если честно, мне кажется, бесплатно. Вот, и мне вот это интересно было, что это такое. Что это такое? Это книжка, оказывается. Ох, ё-моё, Роблокс книжка. Прикольно, мне бы хотелось, чтобы у меня стояла в библиотеке такая книжечка. Прикольно, это классно. Вот это забавная фигня. Вот. В общем, вот так, скин, если честно, оцениваю скин, наверное, на из... Давайте в десяточку, давайте берем в десяточку, на семерочку, почему? Потому что, ну не знаю, я не знаю, он какой-то пустоватый. Вам... Мне кажется, что он пустоватый, кстати, у него, мне кажется, еще и боди куплен. Нет, 2.0, это обычный боди, ну это... Бидли, обычный. Вот, мне не нравятся эти волосы, вообще они мне не нравятся, что красные, что эти, но, в принципе, нормально смотрится, поэтому и 7, потому что нормально смотрится. В игре, я думаю, тоже все хорошо. Потому что, вот видите, даже через эти волосы выпирает это, блин, это как там повязка. Вообще чудно. Ну, понятно, что мы на такое расстояние не смотрим. Мы где-то вот на таком всегда бегаем, видим. Сзади вот это змееныш какой-то. Что это за змееныш? Фигня какая-то, короче. Костюм фигня. Поэтому только и 7. Потому что тут все смотрится вроде хорошо. Но мне не очень-то нравится. Так, уходим от Азаза. То случайно сейчас подпишемся, блин. Ать. Давайте, все. Ну, в общем, как говорят, платная оценочка. Оценили, да и все. Так. Кого бы оценить? Ой, я люблю такое. Я, короче, такого люблю. Одного кого-нибудь ссылочкой по-любому оценю. Мне нравится, когда ссылка есть. Это очень просто оценивать. Саша Брос Укр. Укр. Конечно, это может какой-то расизм. Прикольный скин. Прикольно. Мне всегда нравится, когда вот какая-то нога или вот этот, как у Коди. Помните? А, это футбольная нога, да? А, прикольно. А я не сразу понял. Ну, сзади бегать не очень. Я бы, конечно, попробовал бы руку, конечно, добавить. Нет, мне больше нравится все-таки, когда не футбольный этот скин, а этот, как там, замороженный вот этот вот. Будли замороженного человечка. Ну, или этого, как там... Еще называется-то пирата. Вот там нога пирата. Короче, бесплатно. Это что, 2.0, да? 2.0 бесплатно. А 2 робокса бесплатно. 5 робоксов.
Да, потому что дешевле нельзя, бесплатно. Итого у него было потрачено на скин 7 робоксов, это пипец. И тоже бесплатно. Все это тоже бесплатно. Я, короче, бы оценил из 8, наверное, даже бы еще меньше, чем у Азазана, 6. Почему? Потому что мне не нравится вот это сердечко на лбу. Прикольно в шляпу, он поддержал свою страну, молодец. Потому что, ну, все-таки украинец. Прикольно. Ну, с ногами, конечно, что-то сделал. Так сначала издалека прикольно вроде выглядит, а потом как-то не очень. Вот эти волосы я всегда, конечно, засирал, поэтому как-то простенько очень. Всего 7... Ну, конечно, для 7 робоксов прикольно. Ладно, ладно, давайте перейдем. Ну, короче, если что, 6 из 10. Вот, смотрите, оцени друга не Коди, и сам Коди. Так, подождите, пика и дай робоксы, я тебе, говорит, задонил. Ой, нет, точно не буду, я не люблю такое. Я не буду проверять, потому что не очень долго. Так, я в прошлый раз хотел оценить Димончика, но он не написал ник, и поэтому у него не попал он, короче, в оценочку. И потом мне говорил, что я у него в друзьях есть. У меня же все в друзья. Ой, ладно, давайте оценим Димончика. И мне нравится его скин, он у него очень красивый скин. Единственное, вот эту шапку я бы, конечно, поменял на его старую. У него тоже такой, типа цилиндра был, только какой-то другой, по-моему, черненький. Ой, у него даже это прикольно смотрится, прикольно. У него этот... Робот, да? Робот. Робот у него стоит... в общем, у него стоит анимация робота. 80 робоксов. Бесплатное это лицо. Это тоже прикольно. Цвет. Кстати, заметьте, цвет он взял бледный, как у вампира какого-то. Очечи, кстати, интересно, что-нибудь стоит вообще? Я уже говорю то, что я уже не подписываю... Ух, ёжик-то, а? Да вы посмотрите, 125 робоксов. Наверное, их бесплатно давали, но очень круто. Это по 5 робоксов. Штаны и кофточка по 5 робоксов. Но это под этот стиль очень прикольно смотрится. Причем вот это вот штанышки прикольно называются. А нет, не прикольно просто. А, это бесплатные джинсы. Это даже джинсы бесплатные, ребят. Я хотел сказать по 5... Вот это худи прикольно называется. Сейчас посмотрим. Black Fate худи. 8 робоксов, но он, мне кажется, за 5 покупал. Ну, конечно, мог за 8 купить, но ладно. Вот так. Это точно бесплатно, прям недавно давали. Цилиндр тоже бесплатный, тоже прям недавно давали. Волосы очень классные, прикольные. Я тут, кстати, ребята, вам сейчас вот после этого посоветую одни волосы. Мне очень понравились. Эти тоже прикольные волосы, это клевые волосы. Мне нравятся вот эти волосы. Мне очень мало волос нравится, но вот эти понравились. 75 робоксов, немножко дороговато, но прикольно. Шарфик тоже бесплатно. Вот шарфик я бы точно бы снял, вообще не идет к этому стилю. Вообще не идет. Поэтому из этого всего классного, прекрасного скина, я бы его оценил, кстати, наверное, уже на 8. Наверное, уже прям даже на 9. Нет, на 8 все-таки, потому что цилиндр я бы снял бы все-таки, вот это бы снял бы в один стиль. Старый бы цилиндр, по-моему, у него есть черный цилиндр, мне кажется. По-моему, был черный цилиндр. И шарф бы точно бы снял вообще ни к чему, никуда. Я бы лучше какую-нибудь подвесочку повесил, посмотрел бы, как это смотрится. Ну, примерил бы, по крайней мере. А вот даже лицо, вот это все, вот голова офигительно смотрится. Поэтому и 8, ну, чтобы 2 предмета снял. Так, в принципе, все классно. Ребят, и вот из всех 3, короче, скинов, мне этот скин, как, кстати, больше всех симпатизирует. Поэтому я, наверное, и задрал его выше всех. Ребят, ну и как я и обещал, то, что я вам хотел показать волосы, помните? Вот, мне вот эти волосы на каком-то из своих подписчиков, я когда удалял подписчиков, мне понравились вот эти волосы у кого-то из подписчиков. Так клево смотрится, ребят. Они частые такие, вот эти волосы, но вот вместо вот этих за 95, я бы лучше вот эти взял за 125, они так круто смотрятся. Только они вот, ну вот реально, вот не под мой сейчас стиль, понятно, да, а вот под какой-нибудь другой, под свой стиль, если прям вот там вот чувачок был, как кто-то из моих подписчиков, вот с такими волосами. Так было прикольно, так круто, ну смотрите, они все, кстати, стоят, блин, под офигища, а вот черные 125. Ну то есть я имею в виду зеленый, можно сразу с наушниками их брать. Красные с наушниками прям сразу идут, прикольно, давайте посмотрим, как с наушниками они будут смотреться. Давай, одевай, что он не одевает-то? Не хочет одевать. Либо на колотайку не одеть. Ну, 325 это очень дорого. Нет, вот эти бы я не брал. Наушники очень большие, очень неуклюжие. Я бы их не брал. Единственное, если только под другое тело, под самим, под другой размер, может быть, и пошло бы. Но
так не идет вообще ни разу. Поэтому я останавливаюсь все-таки вот на этих черных волосах. Но вот эти волосы тоже прикольные. Они даже дешевле и круче. То есть, если вот брать вместо шапки вот такие волосы, то я бы посоветовал бы, конечно, такие волосы. Очень прикольно. Они прикольно смотрятся. Ну и, в принципе, под стиль Димончика очень подходит. Ребята, а мне осталось только вам напомнить, как попасть к нам в оценочку. Именно не к нам, а ко мне в оценочку. Чтобы было вам все хорошо. Кстати, смотрите, я подписался даже на эту... На Dark Mother. Ладно. В общем, у нас есть такая замечательная группа, точнее, моя замечательная группа, она не внизу есть в описании, где продаются офигительный шмот, топовый шмот, который будет вот прям со дня на день добавляться и очень часто. Вот, очень часто обновляться, добавляться, у нас есть все офигительно, ничего тут определенного нет, кроме как вы только подпишитесь сюда, у нас вон 1000, почти 200 уже участников для Роблокса, это довольно-таки много, хорошо, и вот такие вот шмоточки можно купить. Но это не самое главное, во-первых, я смогу вам раздавать Роблокс. Ну, потому что робоксы раздаются через группу. Это первое. Ну и второе, если я вдруг, вот, например, выделю вас и не смогу найти в обычном профиле, но это часто бывает, если вы замечали уже по моей оценке, у меня такое бывает. То есть не только у меня, а просто вот если вот сюда вбиваю чей-то ник и он не высвечивается, то есть у меня такие звездочки появляются, то я ищу через группу. Через группу он находит 100%. Это, опять же, большой-пребольшой плюс. Поэтому я говорю, рекомендую вступить в группу прям вообще обязательно. Если что, ссылка на группу в Роблоксе. Вот она. Так что, ребята, все. И чтобы... еще самое главное-то не сказал. И чтобы попасть в оценку, вам нужно написать свой ник от Роблокса. И что-то написать так, чтобы мне это цепануло в глаза. Только желательно не спамить ребят, потому что, ну, мне неприятно, когда мне спамят одно и то же, сообщение. Ну, как это? Дурак, что ли, или что-то такое? Вы можете, кстати, задонить 20 рублей. На донат с пометкой «Оценить скин», и я тогда вас 100% оценю, вот как, например, оценил Азаза. Еще дополнительно и насыплю еще робуксов. Так что, ребят, выгодно, конечно, донатить мне. Это просто так говорю, чтобы попасть и в оценку, и робуксы получить. Ну, это вообще очень-очень-очень много плюсов. Также, чтобы вот я вас, в принципе, у вас было больше шансов, чтобы я вас оценил, можете написать «короче». Вот, например, вот просто «короче, оцени мой скин», да и все. И свою ссылочку. И я вот как Александра Романкева, я оценил, в принципе, без проблем. Ну, в том плане, то, что мне так удобнее, я кликнул и все. Мне так проще. Вот, ребят, я до этого, ребят, всех вообще не вижу и никого не штудировал. Кстати, у меня тут один комментарий, я помню, был и куда-то делся. Кто-то прям написал про всех, я хотел его оценить, а его что-то комментарий нету. Он написал про предыдущий ролик, про всех, то есть... Точнее, вот в этот ролик, вот смотрите, вот у меня ролик идет, и он написал про всех в комментарии, то есть первый чувак, там, например, такой-то ник, столько-то робуксов был потрачен на скин, вот, и мою оценку, там, второй там участник тот-то, третий участник тот-то, оценку забыл сказать, но мне все это понравилось, то, что чувак смотрел мой именно ролик, мне понравилось то, что он про всех все написал, и я хотел его оценить, а куда-то ник, куда-то делся, не знаю, куда делся, скорее всего, он сам все удалил. Может, конечно, YouTube все подзатер. Мне прямо не нравится, когда YouTube затирает. Блин, все это обидно. И видите, даже у меня нет в этих, как там, в комментариях в отдельных. Может, я думал, куда-то фильтр, спам ушло. Но нет, никуда не уходило, поэтому мне и было обидно. Ну ладно, ребят, всем спасибо, кто смотрел этот ролик. Напоминаю еще, что нужно обязательно поставить лайк этому ролику. Обязательно, чтобы мне было понятно, дальше продолжать вести эту рубрику или нет. Подписываемся на канал, если ты еще не подписался, обязательно подпишись. Ну и всем пока-пока.